Добрый день, дорогие дамы и господа! Сегодня, в этом видео мы посмотрим краткий обзор электрокара из Китая от бренда MDUG. Этот электрокар дорогой, цена его составляет порядка $3500 США. Но он качественный и полностью напичкан всевозможными удобствами и электроникой. Данный электромобиль рассчитан больше на тягу, чем на скорость. Его максимальная скорость движения составляет порядка 60 км в час. Дальность хода на одном заряде батарейки до 150 км. Вот его технические характеристики вы видите на экране. 3-киловаттный двигатель обеспечивает ему максимальную тягу и повышенную проходимость в неровной местности. Резина 13 размера, снаряженная масса до 960 кг. Его габариты вы также видите на экране. Такой себе, паркетник, внедорожник. Вот вкратце и все, что можно о нем рассказать. Электрокары – это всегда экономия и выгода, а тем более китайские электрокары, которые в десятки раз дешевле от европейских и американских. Выбрать и купить электромобиль можно через наш сайт, ссылку на который вы видите на экране. Успехов вам и только выгодных покупок!